постановщик Владимир Лыченко. Добавить, что это огромный шаг за столь короткое время профессию. Вот это огромный шаг, и вас с этим поздравляю. Это шаг неуверенный, но большой. То есть с этим можно вас поздравить. Вы посмотрите, как вас слушали ребята, которые находятся в зале. Как они все это воспринимали. То есть вот это лучший подарок. Это реакция людей, для которых мы все это несем. Молодцы, еще раз говорю, молодцы. Мы это сделали.